Тихо, дурачела. Дурачела, не пугай. Эй, есть, нету. Так, обходим. Видите, как красиво выживаю? Так, сюда. Блин, пришел на подмогу. Ребята, двое гонятся. Смотрите, как красиво выживаю. Не догонят. Просто не могут. Смотрите, как четко я выживаю. Видите? Блин, это жесть. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Густенек, Крошка, King of Fire, All TV, Форум, Секрет, Кирилл Геймер, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня будем убегать от очень страшных и гигантских аниматроников. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Погнали. Ребята, у нас такая рубрика сегодня, кто проигрывает, тот будет играть следующий за аниматроника, поэтому надеюсь, что в этой серии поиграют все. За мощного аниматроника. И еще в чем прикол, что надо поставить лайк и подписаться на канал. Это, конечно, не прикол, это обязанность ваша. Если вам нравятся мои ролики по выживанию с аниматроником. И вообще, мой контент. И если вы хотите с нами пообщаться и провести очень веселое и классное время, заходите в наш Дискорд. King of Fire, ну ты молодец. Я знал, что ты очень слабый игрок. Пацаны, где аниматроник? Он за мной. Я вижу марионетка, ё-моё, надо бежать, срочно бежать. А чё он за мной увязался? Пацаны, скажите ему. Вот, давайте постараюсь красиво повыживать. Смотрите, не может попасть по мне. А знаете почему? Потому что есть небольшая инерция у аниматроника. Видите? Попасть не может. Смотрите, надо главное обмануть. У них еще, кстати, фонари светятся. Вот в чем весь прикол. А я вот хлеб ем в столовке. Это хорошо, я иду в столовку вместе с твоим хлебушек кушать. Блин, он увязался за мной, ну помогите кто-нибудь, пацаны. Да мы не можем. Все, он отстал. Да нет, он не отстал, блин, он за мной. Ё-моё, я ноги поджимаю, когда он бежит за мной. Я не хочу проигрывать, я хочу жить. Я пью. Ну скажите этой марионетке вонючей что-то. Эй, марионетка. Ну марионетка! Иди в столовку. Эх. Да я проиграл. Ну все, пацаны, теперь я буду играть за аниматроника. Ребята, знаете, кого я возьму? Я возьму... Вот. Смотрите, какой он крутой. Он просто обалденный аниматроник, поэтому пацанам сейчас будет очень сложно убегать от меня. Я за кого ты взял? Вот это он быстрый. А сейчас ты увидишь. А я понял, вот этого кошмарного фрика. У него такой прикольный шаг. Хе, это очень круто сделано. Я угадал. Убийца идет мочить всех пацанов и подписчиков. Вот шкафчик, шкафчик. Вот они где сидят, мои любимые. Ты думаешь, что ты там сидишь, и тебя не убью? Ах ты жопа, иди сюда. А я думаю, что здесь кто-то. А нет, никого нету. Ну все, теперь я должен уже идти и у всех убивать, потому что они тут будут... Ты хитрый жук, я тебя убил. Дима, ко мне. Нет, я тут буду стоять, чтобы можно было убежать. Кстати, они настолько быстры, что даже с Бенни Хопом очень сложно от них убежать. Они чуть-чуть быстрее. Гробовая тишина. Потому что аниматроник где-то шкерится. Ты зря сидишь на холодильниках, он все равно тебя убьет. Не убьет, не бойся. Убьет, убьет. Иди сюда, ну, короче, в столовку, тут сидит челик на холодильниках, иди его убей. Он не верит, что ты его сможешь убить. Поверь, он убивает. Он, кстати, может прыгать за него и в воздухе тебя замочить. Дим, давай посмотрим, убьет он или нет. А как ты туда вообще запрыгнул, я не понимаю. Через столы. А, ну да я. А, да, я тоже тогда буду стоять. Mm-hmm. Это классно. Давай к нам. А где аниматроник? Я его не вижу. А я бегаю. А, ты бегаешь? Ну все. Ждем. Гусунёк, это нормально, ты в спайдермене сидишь? Ха-ха, это закон. Да, давайте я вам покажу, как это выглядит. А, ты на руках гусанька носишь? Ха-ха-ха, это прикольно, ребята. Это гусмен. Гусмен? У тебя, кстати, вместо... короче, там... У тебя просто хвост гуся торчит. Ниже пупка, будем так говорить. Вот твои дети. Он бежит! Он бежит! Пацаны! Давай, вот, на холодильнике, мочи его, прыгни. Ты можешь пробел нажать и убить его. Ой, блин, да как ты его не убил? Ну давай, давай. Помоги, я верю помоги. В тебя, давай, аниматроник. Мочи их. Не помогайте. Обходи, беги, полом, беги. Да полом, да крыса. Давай. Блин, знаете, наверное, немножко тяжело все-таки за аниматроника убивать. Но я легко убил пацанов. А че он рахитный? Он поворачивает как танк. А где он? Секрет. Все разбежались, ребята, по всей карте. Все-таки ты убил секрета. Ты хотел его, да, убить сразу? Да, я так и планировал. А ты заметил, что по прямой тяжело ему оторваться от тебя? Надеюсь, он меня не найдет. Дима, беги, он там. Я вижу, марионетка. Ой. Ай, блин, беги, быстрее, беги. Он за мной. Это что он крутится, как колбаса вонючая? Ребята, я сейчас оторвусь.
Смотрите, обман зрения. Перекрученный. Сейчас я красиво оторвусь, он меня не увидит. Есть, я оторвался. Все, один я справился, он меня не достал. Я тоже заныкался, он меня не сможет убить. Отлично. Вот как, ребята, надо отрываться от аниматроников. Они, короче, договорились, они на тебя все идут. Да они не будут, они не смогут убить меня. Я очень хорошо играю сейчас. Я уже подлобался, я знаю, как их обманывать. Все, пацаны, я, короче, жду вас на кухне, будем кушать. Так, что у нас сегодня на обед? Хлеб. О! Я тебе сейчас хлеба принесу. Бутер какой-то там, наверное, в пакете лежит, сыр лежит. Тортик есть, пацаны. Дима, так, что у нас тут? О, банан, иди банан, кушай. Так, Дима, фуфершмерца заказывали? О, ты уже фуфершмерца носит. Ребята, настроение, как всегда, отлично. Надеюсь, вы смотрите наши ролики и улыбаетесь. Так, ты зараза марионеточная. Я оторвусь, ребята, сейчас он меня не сможет убить. Смотрите, как это делается. Видите? Держи хлеба. Смотрите, как красиво я оторвался. Не смог убить, видите? Не сможет. А я застрял. Есть, я вырвался. Тут фуфел шмерца на гусе прыгает. Это нормально, это нормально. Почему он со мной перевязался? Есть! Да, есть! Слава богу, ребята, хорошо, что я немножко выжил. Фух, я так переживаю, когда они за мной гоняются. Так, где у нас там аниматроник? Мы все соловки хлеб. Ой-ой-ой. Где он? Ого, гигант пришел. Дебилый кабан. Так, я оторвусь, смотрите. Сейчас буду обманывать по красоте. Видите, не смог. Не смог, и сейчас не сможет. Я поддался специально, ну я, знаете, Бонни. Думаю, да поддаемся уже, ну что? Ладно, ладно, я не поддавался. Во, Бонни. Джек Очика. У него очень прикольная голова как-то крутится. О, у него даже звук ходьбы другой. Кстати, я такой большой, что даже косяки дверные у меня об голову бьются. Так, вы что, на старом месте? Да. Да. Ого, я могу высоко прыгать. О! Иди сюда, Спанч Бобушка, ну пожалуйста, ну иди сюда, я тебе убью чуть-чуть. Надо, я тебе хлеба дам. А где он? А, вот он, иди сюда. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, давай, иди. Блин, я поддаюсь тебе на самом деле. О, еще один есть, туда, стоять. Мне кажется, я немножко не такой быстрый. Есть! Есть! King and Fire, молодец. Я знал, что ты хорошо играешь. Вы слышите, он бежит? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, отлично. Я оторвусь. Вот сейчас я точно. Блин, я когда говорю, что я оторвусь, я умираю сразу. Во! Я буду использовать тактику Спанч Боба. Есть! Я оторвался. Молодец. Все, пацан, он пошел за другим игроком. Хорошо, что немножко я повыживать могу еще. Потому что сливаться мне не прикольно, я же два раза умер. Давайте гусанька мочите. А! Блин, я чуть марионетку не поцеловал. Эх, зараза. Так, все, ребята, вот сейчас я оторвусь. Смотрите. Красиво идем. Вот тут она не пройдет. Ой, привет. Она не гонится за мной, это хорошо. Она в столовке что-то крутится, как сосиска. Да, мочи, мочи их. Ой, куда? Куда он улетел? Ой. Так, я слушаю внимательно. Дима, она так высоко прыгает, что на холодильнике смогла запрыгнуть. Прыгает высоко, да, марионетка? Выше, чем обычные аниматроники? Да, она выше холодильника прыгает. Она в воздухе, наверное, убивать не может, мне кажется. Может. Пацаны, а что вы еду поразбрасывали? Тут шоколадка, он на полу валяется. Идите, глупцы. Я вам обед готовлю, приношу, короче, вам тут сюда еду. Собираем всю еду на стол. Гусенек, ничего, что будет тортик с пола у тебя? Хорошо. Так вкуснее. О, водичку можно попить? Дима, смотри, сейчас я на холодильник опять залезу. А, не работает. Ну, давай смотрим. Она очень высоко прыгает, под Дима. Я ее вижу. У нее фонарь, кстати, светится на лбу. Нет, смотри, смотри, смотри. Ого! Да ладно, ЛТВ, ты подался? Да, я поддался, я специально не прыгал, чтобы тебе показать. Хорошо. Ну, давай ЛТВ, покажи, как ты сейчас будешь играть. Короче, давайте у нас будет победитель тот, кто самый быстро будет убивать за аниматроника. Кто дольше всех убивает, тот проигравший будет. Все еще не был аниматроником. Ну, значит, он лучше всех играет как выживальщик. Кто ни разу не будет аниматроником. Ну, я подам. Это что, получается, я уже не буду выигранным человеком? Или что это означает? Да я поддавался, давайте не будем считать. Хорошо. Ладно, шучу. Я не поддавался, я играл на всю силу. Да, конечно. Вижу, вижу аниматроника. Ё-моё, какой он рахит. Смотрите, я сейчас обману его. Я знал, что я его обману. Это было красиво, ребята, это было очень просто. Опа, есть! Я обманываю его, пацаны. Да, на банок тут хочешь.
Так, 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 блин, я немножко аж дергаюсь. Дима, ты нас когда увидишь, ты просто офигеешь. У вас там пирамида из людей, что ли? Нет. Ну я в столовке, я вас жду, давай, подходи. Мы держим Дима. Дима, смотри. Я знал, что вы неадекватные, как и я. А если он убьет троих? А чё секрет убил, если все были там? Не-не, ну секрет уже будет аниматроником, все. Поищи мне хлеба. Во, смотрите, я сел. Конечно, ничего, что на столе балди сидит, ничего страшного. О, спасибо за шоколадку, только ты мне отвертку в рот суешь. Давай шоколадкой вовнутрь, ну как-то невкусная отвертка, мне не нравится. Во. О, спасибо, мням-мням-мням-мням, спасибо тебе большое. Ты чё? Да вкусная шоколадка, ну, чё ты. О, тортик, давай. Тортик. Нет, тортик я не буду, я, видишь, махай, нет. А где аниматроник? Так, думаю, стоит... Ну что вы делаете, вас уже... Пирамида из людей. Видели такое? Друг на друге сидят. Ой. О, знаете, что если я буду сидеть, он меня не сможет убить. Это баг. Сможет. Нет. Сможет. Нет. Читер. Так нельзя же было раньше убивать. Писи могут убивать. Хорошо, буду играть за кошмарного Боника. Ай, свет. Ну что, пацаны, я вышел на охоту. Давай, Дим, я жду тебя с чайком. А вы на кухне опять? Нет. Ой, в столовке. Нет, Дим, ты только что пробежал мимо нас. Секрет. А, вот тут-то? Мы в кабинете где-то сидим. Я не знаю даже где. Подожди, может вы здесь где-то сидите? У них опять там пирамида из людей. А я сейчас всех убью. Я буду просто много раз жать удар, и они все погибнут. Блин, я толстый, не пролажу в дверной проем, я залез. Убежим. Дима наелся за лето. Кабан толстый, а не аниматроник. Удеть надо. Аниматронику? Эй, ты че по мне стреляешь? Я тебя убью за это. А вот захотелось мне. Ну все, ты нарвался. А если я буду бы не хопить, а аниматроник... А, не, кстати, скорость одинаковая. А ты не умеешь. Зря ты так говоришь. Крошки. Я не ну, не... Ах ты жопа, обманул меня, это моя тема, так обманывать, за угол садиться. Тыкай на секрет. Так, я не могу телепортироваться. Если еще ТП-хаться, конечно, было бы читерски. Дима, если бы ты нас увидел, то бы офигел. У нас тут 5 человек. Дим, пока. Тяжко. А где вы? Ах ты жопа, ты меня опять обманул. Ладно, я пойду пацанов замочу, ты меня обманываешь красиво. Я хочу убить всю пирамиду человеческую. А ну давай, Дим, мне просто интересно, увидишь ты нас или нет. Да уви, вы прячетесь? Мы в столовке. Ага, понял, я уже заблудился немножко, где-то столовка. Я у себя два колена. Вот, Дим, вот. Привет. Пусть у меня, короче, сейчас отвечает за жизнь этих людей, которые на нем сидят. А ты рандомный человек. Рандомный человек. Есть! Так, а на кухне никого нету. На меня садись, хлоп. Мы сейчас придем, Дим. Давайте, я вас жду тут, пацаны, тут еда опять. Да что вы на... О, банан кто-то, кстати, выбросил, в мусорку не кинули. О, я сел. Нет. О, где? Это что у нас, печенька? Садись. Есть. Да ё-моё, ну отстань ты от меня! Все, ребята, вот сейчас я уже не поддамся. Смотрите, я сейчас покажу весь свой скилл, как я играю, если бы я не поддавался. Ну, от души человек. Так, отлично. А я от аниматроника убегаю. Дима, мы собрались в Альтрона. Привет. Красиво, я оторвался. Видите, как надо обманывать аниматроников? Нет, он меня убьет. Тихо. Так, а я не вижу марионетку, пацаны. Привет, Дим. Нифига себе. А я могу сесть? Да. Если найдешь место. Сейчас. Есть, я сижу. Что за бред, ребята, что за бред творится? Как это? Я на руках Фуфелшмерца сижу. Нормально. А ничего, что у меня камера как-то немножко боком. Ой, выровнялась, отлично. Это дефолт. О! Беги. А тебе не тяжело, Гусанёк? Нормально носится, не тяжко? Нормально, я это сил. Опа. А тут 6 человек, Дим. Давай это, кто там еще к нам? Отправляемся на море. Давай. Кинга Файера нужно еще. А че марионетки нету? Че она нас не мочит? Я не понимаю ничего. Она нас найти не может. Так мы же ее видели. Она нас не увидела? Нет. Да, спай немножко. Давайте искать ее. Подразни ее. Теперь мы аниматроник. Да. Блин, это прикольно смотрится, ребята. Лайкосик 100% с вертушечки. Да, вообще самое лучшее смешно. Ну блин, я его не вижу. Иди, короче, давайте в столовке встретитесь. Давай в столовку, иди, он туда сейчас придет. Интересно. Это будет лучше. Все так головой мотаешь, пытаются найти его. Нифига себе, что у меня с камерой? Я сейчас обрыгаюсь. Вот нашли алкаша.
Давай, мочи гусенька, мочи. Так нет, Дима, он просто рандомный убьет. А, рандомного убьет? Да не, у меня камера боком, как-то неудобно очень это играть. Беги, Саня, беги, беги, беги. Уходи, смотрите, какой стрёмный. А куда он пошел? Он какой-то тупой. Да не, нормально все. Вот, увидел, увидел пацанов. Ребята, ну что, делаем ставки. Кого же он убьет, гусанька или кто-то у него на руках секретом, сидит? Секретом, мне кажется. А ты нажимай уже удар, ты их на расстоянии убьешь. Когда уже рядышком, жми удар. Надеюсь, секрета. Офигел? Все, побежал, отлично. Конечно, не очень хорошо он управляет. Молодец. Обманул гусанечек, красавчик. Офигею, как у него... Да не меня! Психотная. Меня, отлично, ребята. Видите, с ним можно договориться. Не меня. Так где что он? С ним опять? Алкаш не убежал. В столовке. Нет. Да. Давай, мочи, мочи, пацанов. Да будет классно, если ты убьешь гусанька, я буду очень рад. Блин, он управляет как-то им очень криво. А что у тебя с управлением? Я ничего не понимаю. Таблетки. Он на стрелочках играет. А, понял. Так вот и пошел вон они. Он играет на педалях просто. А, он на руле играет Logitech. Да. Он, короче, рулит рулем, а ноги у него джойстик. Блин, ну ему сложно, пацаны, что-то управлять. Я вижу, что он очень криво управляет. Стой, подожди, Зай, мы слезли как случайно. А как это произошло? Мочи меня, я убью гусанька, давай. Сделаем по красоте. Ребята, я вам обещаю, что сейчас гусанек сольется 100%. Ну все. Нет. Все на месте. Сейчас увидишь. Ты мне не веришь? Все, я сел. Зря ты мне не веришь. Быстрее секрет. Я взял аниматроника, которым очень хорошо и легко управлять. Короче, Дима, я тебе сейчас поддамся. Это балунбойка. Ты поддашься мне? Да. Не, ну давай хотя бы не сильно поддаваться. Вон он. Где я? Ой. Кого я убил? Есть! А, ну Гусаня, конечно, поддался. На самом деле, он мне не поддавался. Поддавался. Игра сейчас. Ну что, давай, гусанечек, покажи, насколько, за сколько времени ты убьешь пацанов. Вот это будет интересно уже посмотреть. Я даже не знаю, кто из нас будет победителем. Как это вычислить? Ребята, напишите потом в конце ролика, в комментах, кто же будет у нас победитель среди выживших и победитель среди аниматроников. Потому что я ничего не могу никак рассудить и понять, кто есть кто. Ху из ху. Кирилл, давай садись ко мне. Ну-ка, не поддавайтесь. Не поддавайтесь, давайте прям жестко... А ты сумасшедший, что ли? Да я не увидел. Давай еще раз, гусанек. Давай, гусанечек. Ну я реально не увидел и не ожидал, что он так быстро придет. Давай, садись. Так, давайте сюда пойдем. Я убежал. О, я буду на улице, я иду на горке, пацаны. Давайте на горках встретимся. Аниматроник бежит на горке. Давай, тут, кстати, можно очень классно обманывать, потому что здесь можно спрыгивать с горок и резко забегать, а ему придется обгонять. Обходить. Ого. Все, я красиво играю. Дим, ты умрешь, я уверен в этом. Нет. Ты уже умер. Нет. О, Кирилл. Видите ли, ребята, видели? Вот о чем я и говорил, что ему сложно будет играть. Конечно. А кто сейчас играет у вас? Дим, ты как-то не так мне там заставил. Да я нормально, блин, я переживаю, ты меня отвлекаешь специально. Да, гусанёк, ну зачем ты это так сделал, скажи мне. Ну ты же меня бесил. О, давайте мы сейчас сделаем выживание от NPC. Давай. Хотите? Давай. Вот это, ребята, получилось жестко. Да, да, да. Сейчас будут все умирать, просто все погибать будут. Все, пошел. Гусанёк, ты сейчас проиграешь, ты понимаешь, что он бежит за тобой? Смотрите, сейчас гусанёк сольется. Ну. Да, тупо за гусаньком. И никого он не хочет больше выбирать. Да не за мной, не за мной, блин, ты дурачок. Нет! Да ну не за мной. Лох. Лох. А мы не договаривали, что я буду лохом, вы чего? А мы сами решили. А я специально проиграл. Блин, я не хотел проигрывать. Секрет, ты чего? Я еще ни разу не был, боюсь. Я фокусник. Давай залезай на нас. Пацаны, я двоих поставил. Ой. Ой-ой-ой. Есть гусанечек, ну что ты говорил мне там? Ты никогда не будешь проигрывать? О, форт. Давайте попробуем третьего поставить, если будет лагать, удалю. Три аниматроника. Блин, ребята, это прям жестко, я вам скажу. А сейчас будет прям серьезное выживание. Целое испытание. Я еще не гавню. Зря ты это сказал. Не очень жесткий. Зря ты это сказал. Потому что ты сейчас будешь умирать больше всех. Да, конечно, я еще ни разу не умер.
Так, обратите внимание, на ОЛТВ, он сейчас проиграет. Это что, сейчас на встречу мне аниматроник придет? Во, тут пацаны их обманывают, да? И ЛТВ умер. Ну что ты говорил, что ты не проиграешь? А я знал, что ты проиграешь. Ага, я знаю твои поддавания, да. Я поддался. Да, 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 да. Ты поддался NPC, да? Это прям сильно, когда уже 5 аниматроников. Сколько? 5. Есть. О, летающий стул. Ребята, двое гонятся. Смотрите, как красиво выживаю. Не догонят. Просто не могут. Смотрите, как четко я выживаю. Видите? Блин, это жесть. А у нас не мотоники читера. Чё не читер? Они просто знают, где ты находишься. Они, короче, убивают самых сильных игроков. Видите, поэтому меня и убили. Да, ага. А сейчас я их настроил на самого слабого игрока. Вот сейчас кто умрет, тот самый слабый. ОЛТВ, это самый слабый. Нет, секрет самый слабый. Да, я запрограммировал на самых слабых игроков. Это неправда. Это Дима, правда, это правда. Да. Вот форум таким слабый. Я просто стал этот. Я умер. Пушкой двигать. Они меня в кабинете одном зажали. Все, запрограммировал на самого сильного. А нет. На слабого. Это Дима! Я знал, что сейчас тебя убьют, поэтому так и говорю. На самом деле, ребята, я шучу, никого не программирую. Они просто убивают самых слабых, поэтому ЛТВ больше всех человек будет проигрывать. Да, ты не хочешь быть самым слабым? Ты самый слабый, самое слабое звено, это ЛТВ. Видишь? А, форум слеп. Ой, заходи, заходи. Давайте попробуем сейчас обмануть здесь. Так, смотрите, он зашел. Опа, видите? Пока, Дим. Не смог. А что с ним? Ребята, а нет. Нет. Тихо, дурачелла. Дурачелла, не пугай. Эй, есть, нету. Так, обходим. Видите, как красиво выживаю. Так, сюда. Блин, пришел на подмогу. Ну вот, все, Дима самый слабый. Да че самый слабый? О, давайте возьмем оружку, поубиваем их всех. Беги. Любую оружку. Да, давайте, погнали. Мы должны всех убить аниматроников. Я вышел на охоту. Ну что, щенок? А может, это же бессмертный, да, по идее? О, давай возьму админский пистолет и убью хоть одного аниматроника. Проверим, бессмертные они или нет. Они умирают. Ай, спины. А Дима читер. Да я не сильный читер. Да ты читер, хватит. Ну, не хочет много жизни, потому что я убиваю их не с одной пули. Админского пистолета, поэтому жизни у них реально много. Ой, фору, молодец. Ну, ничего страшного. Так бывает. О, все, я разозлился. А, нет, не убил. Ё-моё, я монетка, ему 4 раза в пузо попал. Не-не-не, вы не убьете, у них очень много. У них где-то 100 тысяч жизней, а, наверное, даже миллион. А не убил, ЛТВ. А ты чем их убил? Монеткой же? Да, монеткой. Красавчик, молодец. Я ему очень много... Ну, я для ЛТВ одного аниматроника с маленькими жизнями сделал, чтобы он убил его. Да когда Дима задолбал уже. Чего ты? Нормально же. А все, мы всех убили. Нет. Нет, еще есть? Нет, еще бегаю. Давай. Ты не обижаешь. Да я тебя не обижаю. Я тебе, наоборот, настроение поднимаю. На кухне. На кухне настроение поднимаю тебе. Я ядерку взял, секрет. А их ядерка, наверное, не убьет, да, пацаны? Их не убьет, ядерка очень мало сносит. Я понял, хорошо. Монеткой бейте их. Ой, извини, обстоятельства. Ай, спину. Я жив. Дима. Я жив. А чё меня ядерка не убила? И вас не убила ядерка. Где ракета вообще делать? Почему так жизни мало отняла? Вот это красотища там. Дома его. Ну чё, где они? Я их не вижу. Они в столовке. Так, столовка, насколько знаю, сюда надо идти. Ой-ой-ой, фу. Ну вот так вот мы выстрелились в одну линию. Тут холодильник. Ну чё? Где вы? О, гусунек взял пушку с РСМ-2. Где инфу? Давайте. В столовую веду. Вот он сейчас побежит. Так, подожди, здесь никого нету. Никого. А, подлипаю, так где он? Вы его убиваете, я не вижу никого. Где? Вы кого убиваете?
Ну, я убил. И что, мы всех убили? Все, никого нету. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока. 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 Всем пока.